Есть отдельно спа. Здесь можно заказать процедуру, массаж. Очень доброжелательные, внимательные сотрудники. Чемпионат. Бильярдный чемпионат Турции. Так, краш-тест кровати. То есть в целом, да, на отель можно смело рекомендовать. На печке нужно всегда сравнивать в разрезе цен. Так, первое впечатление при входе в отель. Есть зона, где просматривают кино, телевизор, мультики и все остальное. Вот так вот внешне выглядят эти корпуса. Вот с одной стороны. Друзья, всем привет! С вами Сергей и Марина Афанасьева. И вы на канале Турагент 63. И это наша большая история о нашем путешествии по Анталийскому побережью, в рамках которой мы инспектируем отели к сезону, к лету 2021 года. И сегодня мы в отеле «Лимак Лимра», который находится в поселке Кириш. 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 Это регион Кемер. Буквально 70 километров от аэропорта. В этом видео мы вам расскажем о территории отеля, об особенностях этого отеля, о номерном фонде, о питании, о сервисе, о пляже. Поэтому смотрите это видео обязательно до конца. В конце мы подведем итоги и решим, ехать сюда или нет. Поехали! А лучшие цены на туры вы найдете на нашем сайте touragent63.ru. Тут же вы можете оставить свою заявку на подбор тура, написав свое имя и номер телефона. И мы свяжемся с вами в ближайшее время и подберем для вас лучший вариант. Также вы можете написать нам на Viber или WhatsApp по номеру телефона, указанному внизу экрана. Впечатление при входе в отель. Сразу видно, что отель очень стильный. Все так классно, интересно сделано. С левой стороны мы видим с вами зону ресепшена, а также лобби-бар. Отель есть под центр вместе с бассейном. Работаем с 8 утра до 7 вечера. Вода в бассейне подогревается. Есть отдельная зона для малышей. И также отдельный бассейн с большими панорамными окнами, с лежаками. Везде убираются чисто, аккуратно. Дети счастливо купаются. И смотрите, классно сделано. Вверху вот такое вот большое панорамное стекло. Народ наверху сидит, загорает. Там есть у нас хамам, сауна, раздевалки. На входе дают полотенце. Здесь дежурит обязательно спасатель. Есть отдельно спа. Здесь можно заказать процедуру, массаж. Очень доброжелательные, внимательные сотрудники. Вот такая вот уютная атмосфера у нас в спа. Есть такие классные зоны, релакс для отдыха, все очень чистенько, стильно, классно, смотрите, полотенчики, смотрите, класс, есть телевизор, лежишь, наслаждаешься процессом, комнатки классные такие здесь, обертывание, массажи, все процедуры, вообще обалденно, видите, все упаковано в индивидуальные упаковочки. В отеле замечательный тренажерный зал, вот у нас написано расписание и время работы. Пожалуйста, все новые тренажеры современные, есть много беговых дорожек. Также представлено большое количество силовых тренажеров. Смотрите, классная фишка, есть профессиональный теннисный стол. То есть, если вы любители или профессионалы, это то место, о котором вы можете только мечтать. Здесь гейм-центр, PlayStation. Здесь за отдельную плату можете поиграть, пожалуйста. Открывается в 12 часов дня. В отеле есть несколько а-ля-карт ресторанов. Китайский, рыбный, турецкий и так далее. Рядом с основным зданием есть специально отдельная выделенная зона. Двух-трехэтажные бунгало, в которых как раз размещены у нас семейные номера. Есть такая вот зона с бассейном. Здесь проводится небольшая анимация. То есть перед корпусом мы видим зелененькая лужайка. Можно хорошо выходить с детьми, гулять, наслаждаться. Номер семейный. Входим. Так, в одну сторону у нас детская комната. Смотрите, две шикарных кроватки у нас. Вот таких вот белоснежное чистое постельное белье. Есть свой телевизор, рабочая зона. Здесь у нас отдельно есть свой умывальник, отдельный душ с туалетом. И есть вторая еще родительская спальня. Здесь есть гардероб, сейф, рабочая зона. Одна большая двуспальная кровать. Ремонт проводился 5 лет назад. Все чистенько, аккуратненько.
пожалуйста. Также мы видим телевизор. Смотрите, балкончик. И вот такой вот шикарный вид открывается у нас на зеленую территорию. Классно размещаться вот на первом этаже, пожалуйста. Видно, вон расстрел. И с детками тут же лежишь, загораешь. Очень уютная атмосфера. Такая домашняя получается. Есть небольшая сушилочка. Вот, постельное белье также чистое, белое. И для родителей есть, что немаловажно, отдельно свой санузел. В санузле мы видим у нас душевая кабина, мыльные принадлежности, раковина, соответственно, полотенце и тут туалет. Все очень чисто, аккуратно. Обычно бывает грязь, смотрите, здесь все. Классно, не придраться, в принципе. Как тебе, мама, нравится? Да. Заехал бы с детьми? Конечно. Рядом с основным зданием еще у нас расположены такие вот двух-трехэтажные бунгало. Категория номеров стандарты для размещения двое взрослых и двое детей. Вот с одной стороны они у нас находятся и с другой. Вот так вот внешне выглядят эти корпуса. Вот с одной стороны. Номер категории стандарт, который предполагает размещение двое взрослых и двое детей. То есть у нас для взрослых большая двуспальная кровать плюс одна дополнительная кровать. Там софа, я смотрю. Это софа такая. Тут можно спрятаться, в прятки с детьми играть. И плюс еще есть кресло, пожалуйста, которое раскладывается. То есть одно дополнительное место. Есть плоский. Вот если, да, муж плохо себя ведет, храпит, его туда раз и закрыли. Плоский телевизор, соответственно. Холодильничек. Большое зеркало. И смотрите, классно выходим на террасу. И вид на лужайку, смотрите. О, пожалуйста, конец марта. Народ лежит на лежачках и загорает. Классная атмосфера. Вот такая вот очень уютная атмосфера. Не показал, кстати. Есть туалет, смотрите, какой большой умывальник. Смотрите. Гардеробная. Все работает, мыльные принадлежности, полотенчики. Есть у нас гардероб. Там сейф тоже есть, халат, тапочки. Халаты, тапочки, все предоставляете, сейф, все абсолютно все. Смотрите, очень большая ванная комната. Здесь мы видим душевую кабину, туалет, полотенчики, вешалочки, что очень важно. Видно, что новый ремонт был сделан, все чисто, аккуратно. На территории отеля есть свой аквапарк, есть три взрослых горки большие, есть три детских горки. Работают они с 1 апреля до 1 ноября. Детский мини-клуб свой. При входе мы видим покрытие резиновое безопасное. Есть зона для развлечений для детей. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что у нас. Детский мини-клуб рассчитан на возраст от 4 до 12 лет. А также для тинейджеров есть развлечения до 16 лет. Здесь детки занимаются, с ними рисуют. Есть зона, где просматривают кино, телевизор, мультики и все остальное. Вот. И еще место, где они принимают пищу, есть кухня. И вот это вот здание – это тинейджер-клуб, который работает как раз только в летний период времени, с 1 апреля. У отеля есть один огромный плюс. Здесь профессионально проходят турниры по бильярду. Вот мы сейчас с вами заходим. Сейчас проводится чемпионат Турции по бильярду. Кии, смотрите, а? Пожалуйста. Смотрите, то есть 25 столов. И идет чемпионат по бильярду, чемпионат Турции. Итак, друзья, рубрика «Полезные советы», и хотим поделиться с вами своим опытом, так сказать, чтобы вы не наступали на наши грабли. О чем мы? Например, знаете ли вы, что купив экскурсию отельного гида, вы уже не можете просто отказаться от нее в случае, если да просто ваши планы поменялись, вы обгорели на солнце или почувствовали легкое недомогание? За 48 часов вы можете вернуть максимум половину, а менее 48 часов вы не можете вообще вернуть. Вообще ничего не вернете. Да. Да. Поэтому, если вот вы спросите, а где тогда покупать экскурсии? Поделимся своим личным опытом. Мы покупаем в одной и той же компании. Ребята занимаются организацией и проведением экскурсий по всему Анталийскому побережью. Уже более 10 лет это все дело организуют. То есть переходите по ссылке в описании на сайт Khmer Holiday. Оставляйте там онлайн-заявку. С вами свяжется представитель, менеджер, расскажет вам все детали экскурсии. Причем заранее платить ничего не нужно. То есть если вдруг поменялись у вас планы, вы ни на что не попадаете, ни на какие деньги. Да? Цены на экскурсии, кстати, на этом сайте значительно дешевле, чем у отельного гида. И еще маленький подарочек. Если вы введете промокод TURAGENT63, то вы получите дополнительную скидку. Бонус от нас. Да. Вот такая вот мелочь, а уже приятно. Уже только за это можно поставить лайк.
Да? То есть подытожим, покупая экскурсию онлайн, вы не попадаете на деньги, потому что вы заранее ничего не оплачиваете, да? Вы исключаете обман, потому что на сайте написано четкое описание экскурсии. То есть если там написано час времени ехать до пункта назначения, да, то это будет час времени, а не так, как отельные гиды иногда говорят, да, там 30 минут, а потом вы полтора часа валите без остановки. Да? То есть неприятный момент, такой легкого обмана, скажем так. Да? Плюс вас не будут завозить во все шопинг-центры по дороге, то есть экономят ваше время, да, то есть которое это... лучше отдохнуть. Да. Там написано, что входит в стоимость, что не входит в стоимость. То есть, и плюс, вводя промокод Турагент63, вы еще и получаете и дополнительную скидку. Как говорится, мелочь, а приятно. И, есть, кстати, да. Кстати, если вы уже пользовались услугами данной компании, то напишите обязательно в комментариях, я думаю, это будет полезно. Для тех, кто еще не пользовался услугами, расскажите о качестве организации этих услуг. Да? Понравилось, не понравилось. Понравилось, не понравилось, то есть, честно, это, думаю, будет честно и справедливо. Вот. Итак, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. При выходе с основного здания мы видим дом чая, там есть турецкий кофе, есть отдельный коктейль-бар. И тут же прямо напротив мы видим сцену, где проводится амфитеатр, где проводится вечернее выступление, анимация. Вот такая вот тенистая улочка, по которой очень приятно пройтись. Очень актуально в летний период времени. Здесь мы видим еще один бассейн с лежаками. Лежаки, кстати, все новые. И мы плавно переходим в зону пляжа. В зоне пляжа у нас есть бич-бар со всеми напитками. Есть, опять же, что немаловажно, прогулочная зона. Пожалуйста, можно прогуляться с колясочкой. Просто вечером столики, где уютно можно посидеть, отдохнуть. И мы выходим, видим большая широкая полоса песчаная. Большие навесы, которые потом накрываются в летний период времени. Пляж песчано-галечный. Понтон в зимний период времени его разбирают, и его потом к 1 апреля опять заново собирают. Я как только море вижу, сразу расслабляюсь. Очень широкая полоса, камушки, песочек, как бы так можно идти где поиграть. Друзья, не забывайте подписываться на наш инстаграм Турагент63. Там мы публикуем все наши путешествия в режиме реального времени, а также мы являемся полноценным туристическим агентством, и там же мы выкладываем все горячие предложения с вылетами из всех городов России во все страны. Паре можно взять водичку, прохладительные напитки, а также турецкий кофе, чай и так далее. Есть снэк-бар, здесь все закуски, гамбургеры, пицца и так далее. Работает с 10 и до вечера. И вот мы попадаем во двор основного здания. Смотрите, как красиво. Все ухожено, зелененькое. Достаточно очень стильно выглядит основное здание. Что немаловажно, в отеле есть свой ночной клуб со всей атмосферой, где в вечернее время проводятся дискотеки, приглашаются диджеи. Так что очень веселая, классная атмосфера. Сзади меня находится кондитерская с многообразием для сладкоежек. Работает она только по летней концепции, поэтому приходите и наслаждайтесь. Еще есть даже кинотеатр свой. Смотрите, по расписанию, пожалуйста, приходите, если большой любитель фильмов, а также профессиональная фотосъемка. Рядом с зоной ресепшена есть прокат автомобиля, также здесь можно заказать трансфер в аэропорт. В зоне ресепшена есть еще лобби, лаунж-бар, также с прохладительными и алкогольными напитками. Различные турецкие фасты, горячих блюд мы видим, вот рис, шашлык, овощное сате, паста, картофель фри. Есть бар, здесь, пожалуйста, все напитки, здесь, вон там вот турецкие пасты, соусы, еще стол с овощами, еще овощи, то есть целая горка с одними овощами. Переходим сюда, есть супы, макароны, рис. Мясо, курица, овощи. Народу в отеле очень много, потому что проходит сейчас чемпионат Турции. Огромное количество участников и гостей. Поэтому вот такой вот пик. Напитки, чай, кофе. Из сладостей мы видим большое разнообразие. Торты, пирожные из фруктов мы видим. Яблоки, апельсины, грейпфрукты, еще сладости. Есть йогурты, вода. Еще одна станция. Чай, кофе, напитки прохладительные. У меня такое ощущение, что мы попали в какой-то мега-муравейник. В связи с этим чемпионатом, мне кажется, отель заполнен на 150%. И
Такое ощущение, что мы посреди июля месяца сейчас находимся, но тем не менее повара очень быстро накладывают, очередь очень моментально рассасывается. То есть буквально 1-2 минуты, и все, ты уже тебе все наложили. Вот. То есть попробовал мясо, рыбу, все очень вкусно. Вот. Мне понравилось. Йогурты есть вот такие вот. И вот что интересно, вот салатики сразу порционно. Всем приятного аппетита! Корпусе. Заходим, смотрим, что же у нас тут с вами есть. Так, стол, зеркало, каменная столешница, плазма, стульчик новенький такой, хорошей обивкой. Номер рассчитан на категорию 2 плюс 1, то есть одна большая двухспальная кровать и еще одна односпальная кровать. Все чисто, аккуратно, без каких-либо пятен, грязи и так далее. Еще есть вот такой вот интересный. Что же у нас тут есть на балкончике? Опачки, страшненько. Оба-на, номер с видом на море. Красота, смотрите. Вот так вот выглядит номер. Кровати, сейчас посмотрим, что у нас тут есть еще. У нас есть шкафчик. Есть сейф, пользование бесплатное. У нас есть вешалочки, много вешалок. Полки. Есть тапочки, пожалуйста. Место у нас тут под чемоданы. Смотрите, большая ванная комната достаточно. Набор мыльных принадлежностей всех. Шампуни, мыло, шапочки и так далее. Стаканчик есть, полотенчики есть у нас. У нас здесь есть ванная, еще полотенчики. Все чисто, мрамор, душевая. Так, и здесь в уголке за дверью у нас унитаз. На полу ни грязи, ничего нет, все чисто, аккуратно. Заходить приятное ощущение. Запахов посторонних нету никаких. Если с карточкой от номера, а их выдают именно по количеству гостей, выдается вот такой вот листочек, на нем пишет номер вашей комнаты. Здесь написано расписание приема пищи, ресторанов, а также расписание работы всех баров, дискотек, всех развлечений, когда, что, во сколько начинается. На обратной стороне есть вот такая вот схемка, схема отеля. Здесь тоже все написано четко, понятно. Итак, краш-тест кровати. Итак, попытка номер 2, краш-тест кровати. Мягко? Класс. Итак, друзья, пришло время подвести итоги нашего пребывания, нашего отдыха в отеле «Лимак Лимара». Что хочется сказать? Хочется сказать, что отель спортивно ориентирован, то есть здесь проводят постоянно всяческие спортивные чемпионаты. Например, сейчас идет чемпионат Турции по бильярду. Также есть футбольные команды. Плюс еще за счет того, что здесь большой конференц-зал, на выходные приезжают большое количество турков проводить различные симпозиумы, семинары. Поэтому надо понимать, что в выходные может быть людей больше, чем, например, в будние дни. Плюс еще из-за того, что это турки, а в турках очень строгие меры по ковиду. То есть в столовые вас пустят только в маске. Еду будут накладывать только сами повара. И всегда надо быть в столовых в масках. Такие вот особенности. По территории хочу сказать следующее. Если вы любитель красивой природы, красивых ландшафтов, то вам однозначно это место понравится. Отель расположен в очень живописном регионе. Сзади вас высоченные красивые горы, даже в летний период времени. Верхушки гор, шапки гор в снегу. С другой стороны красивейшее море. Длинная песчаная береговая полоса. Я думаю, даже в пик сезона места будет хватать всем отдыхающим. На территории тоже очень много зелени. Пальмы, ровненько постриженная травка, много бассейнов, много локаций для отдыха. То есть есть и места с горки, с детскими горками, есть просто под зонтиками разместиться. Детский клуб, детки от 4 до 12 лет работает круглогодично, а с летнего сезона начинает работать еще клуб для тинейджеров. Вот теплый бассейн, теплый бассейн, можно сказать, спа-крытый, что даже в
зимнее время детям можно там купаться. Погрелся в сауне, в хамаме, вышел, покупался. То есть деткам есть чем заняться. Если вы выйдете за территорию отеля, есть и магазинчики, сувенирные лавки. Все самое необходимое, минимальное, можно купить практически все в шаговой доступности, выйдя из отеля. Про уровень сервиса. Видно, что сотрудники очень сильно стараются. Но, наверное, в пик сезона они будут физически чуть-чуть, возможно, будут чуть-чуть не успевать. Поэтому будьте готовы к небольшим очередям. В целом, про номерной фонд еще хочу сказать, что есть номера различные категории, поэтому вы выберете именно то, что вам будет, то, что вам понравится. Реновация делалась в отеле 5 лет назад, то есть номера достаточно чистые, свежие, не убитые и так далее. Семейные номера, которые расположены немножко обособленно, там будет тише, там есть лужайка, где можно с маленькими детьми выйти, просто они там поползают, отдельный бассейн есть, так что с маленькими детьми тоже будет комфортно, есть где разместиться. То есть бывает хорошее предложение, соответственно, сюда можно ехать. Бывают иногда завышенные цены, поэтому надо сравнивать этот отель вместе с другими отелями. Друзья, наверняка в этом видео мы учли не все особенности данного отеля. Наверняка у вас остались вопросы или, наоборот, вам есть что добавить. Поэтому обязательно пишите в комментарии, рассказывайте нам, задавайте нам вопросы. Это все будет очень полезно для наших туристов, которые собираются планировать свой отпуск. Ну и если вам понравилось наше видео, то обязательно смотрите до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока и до встречи в следующих видео.